Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на информационном канале InstaForex TV. Вы смотрите экономические новости в студии Тахмина Соломова. На европейских торгах британский фунт и единая европейская валюта остаются под давлением доллара из-за ожиданий заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Стоит отметить, что британский фунт получает тройной удар. На движение графика пары под названием «кабель» по-прежнему влияет вопрос по Brexit, а точнее отсутствие прогресса в переговорах. Пара британский фунт против доллара США торгуется сегодня вблизи отметки 1.3335. Снизился спрос на фунт и после слабых стат данных по рынку труда. Стало известно, что в ноябре число заявок на получение пособий по безработице увеличилось на 5900 единиц, в то время как ожидался меньший прирост. А уровень безработицы в стране остался прежним – 4,3%. Экономисты ожидали, что значение снизится до 4,2%. Зато рост продемонстрировал индикатор по годовому изменению уровня средней заработной платы за 3 месяца. Октябрьский показатель поднялся на 2,5%, что совпало с прогнозом аналитиков и превзошло предыдущее значение роста на 2,3%. Тем временем еврозона также опубликовала данные. В октябре объем промышленного производства региона вырос на 0,2% после ожиданий сокращения на 0,2%. Инфляция в Германии продемонстрировала стабильный рост в ноябре на 0,3% и за год на 1,8%. Однако, как отмечают аналитики, внимание трейдеров опубликованные данные вовсе не привлекли. Для европейских трейдеров важным днем будет четверг, поскольку ЕЦБ и Банк Англии также будут принимать решения по процентной ставке. Эксперты предупреждают, что следующая торговая неделя будет менее активной в преддверии рождественских праздников. Это все к этому часу. Спасибо, что остаетесь с нами на канале InstaForex TV. До встречи!